Здорово, Альберт. С Юлькой учимся. Все хорошо. Позвонить пока не можем. Слишком много дел. Единственный минус – Юлина мама не умеет готовить. Приходится самому плавать за рыбами. Дорогой друг, мои дела тоже проходят отлично. Помогаю Юлиному бате. Живу у него дома, пока к твоим родакам не заглядывал. Надеюсь, они там еще не завели тебя, братика. А теперь об обидном. Самое обидное, что Юлин батя мне вообще ничего не позволяет делать самому. Боится, что я могу пораниться или порезаться. Ха! Ой, ха! А ну-ка давай, порежешься. Ну знаешь, хочу позавидовать Юльке, у нее прекрасный отец. Альберт, ты опять от работы отлыниваешь? Не-не-не-не-не, я пишу письмо Луке. У тебя до хрена заказов, а ты ерундой страдаешь. Я все развезу по-быстрому. Здорово, получите заказ. Ха, надо будет сказать Юльке, что у нее появился конкурент, я-то быстро развожу. Ха. Что, все так плохо? Давайте я вам помогу сделать пасту, а вы отдохните. Альберт, они... Да вы посидите. Ну вроде ничего сложного нету. Обед готов. Жди меня, не поднимай тяжелое. Ну ты балбес, я ж тебе сказала. Спасибо, мне такие помощники не нужны, непутевые. Если б ты, Лука, знал, как я хотел доказать Юлиному бате, то я хоть на что-то способен. Что ты тут делаешь, комок шерсти? Слушай, у меня все под контролем, не путайся под ногами. И не спорь со мной. Чем-то пахнет. Ой. Помогите! А? Все под контролем, кота я вашего спас. Подождите. Моя любимая лодка. Простите меня, я только хотел... Алик, ты куда собрался? У меня ничего не получается, я не могу вам помочь. От меня одни беды и неприятности. Мне лучше уйти. Альберт, вернись, у меня спина больная, тебя догонять. Ну, Альберт, от... Да, бать, отвали от меня. Я когда-то помогал своему отцу, и у меня ничего вообще не получалось. И из-за своей неспособности постоянно получал пендаля большого под зад. О, серьезно? Ага. А когда ты стал мне помогать, я вдруг почувствовал себя отцом не только дочери, но и сына. Ты не против, если я тебе помогу, папа? Конечно, только переверни молоток в другую сторону. О! А я все время думал, что это другой стороной надо делать.